Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В поездах московского метро установили уже более 12 тысяч информационных экранов. Как сообщается на сайте мэра столицы, с помощью данных устройств пассажиры могут получать информацию об изменениях в работе общественного транспорта и другие полезные сведения. Так, например, система предоставляет справочную информацию о пассажирских сервисах, городские новости и прогноз погоды. На данный момент информационные экраны работают почти в 3000 вагонов. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!